что не то. Дорогие польские друзья, я обращаюсь к вам, чтобы вы поняли, доверять страну, Америку, дебилу, которая является ведущей в мире, и которая, действие которой с его подачи отразится и на вас в том числе, немаловажно, нельзя. Именно в Европе отразится. Не там, в Америке. Естественно, у поляков и у нас, украинцев, на генетическом уровне должно, на подсознательном уровне должно быть понимание того, что тот человек, который танцует краховяк или калинку-малинку с Путиным, он вам счастья и добра не принесет. И напрасно, вы же хоть живете в Америке, допустим, но вы же являетесь патриотами Польши. Ми приготували для Трампа, якого ми будемо бити по голові, як підстілки Путіна. О! Свята загре, знуга нас календар.